Голова сегодня болит. Мыслей очень много. Все очень много. Я вспоминаю, что как-то раз я уже делал на разных каналах всякое, в плане там откровений по поводу там мыслей, действий там всякого. В принципе, не хочется не отступать от этого, потому что я понимаю, что YouTube и все такое — это территория позитива и вечного развлечения и веселья, но у меня как-то ни хера не получается постоянно быть веселым, ну, Амеду в кадре, там вот это все. Я постоянно в голове это крутится. Я уже об этом говорил неоднократно, но я ничего с этим поделать не могу. Меня это, блин, реально заботит, потому что я в итоге не понимаю, для чего многие люди вообще этим занимаются, для чего я этим занимаюсь. Не, ну, хотя у меня есть мысли на этот счет, конечно. Но в целом столько людей занимаются вот там тем же влогерством или посты в Инстаграме там. В Твиттере, на Ютубе, что ты сделал, что ты поел, что ты попил. Для чего это все? Мне кажется, что это все нужно для того, чтобы кто-то потом посмотрел, сказал и... Может, ничего не сказал, может, просто посмотрел на нас со стороны и... Когда, может быть, нас уже не будет или еще что-то. Мне кажется, человек все время стремился как-то зафиксировать себя, оставить след, что, дескать, все-таки я на этой планете был, именно я. Только что-то раньше как-то были, не знаю, архитекторы, там, художники, еще кто-то. Ну, куча людей, да, которые оставляли действительно фундаментальные какие-то штуки. А сейчас вот так. То есть получилось, что каждый человек звезда в каком-то смысле. Имеет возможность для самовыражения, и все это с удовольствием делают, потому что как будто фиксируют жизнь. Мы к этому пришли через ту же фотографию, она стала почему-то супер популярной, и она в каждом телефоне сейчас, ну или почти уж в каждом уж точно, потому что нам важно один день, наверное, отличать от другого хоть как-то или еще что-то делать. Я как бы это понимаю, то есть я не говорю, что это плохо. Я это понимаю, но иногда очень мыслей много. И иногда я смотрю или наблюдаю за некоторыми трендами, популярными штуками. И я понимаю, насколько сильно я что-то там не попадаю под это все. И мне не могу сказать, что меня это парит, или я за это переживаю. Это как музыка. С хера ли все влоги должны быть тупо позитивно направлены, с... на офигенном фоном. Я смотрел уроки по тому, как делать правильно влог. То есть там свет, позитивный фон — это обязательно, что-то и светлое, яркое, такое классное. Людям большинству это нравится, я с этим согласен. Но тогда и вся музыка должна быть веселой, чтобы всем нравится. Но такого не бывает. Так же все фильмы должны быть, я не знаю, комедии, что ли. Почему влоги тогда все такие веселые? Я вот это не понимаю, реально. То есть люди боятся себя настоящим, что ли, показывать? Все играют, я не верю никому. Я смотрю на людей и думаю, ёптать, ты что, реально ходишь все время таким? Веселым, этот, сказочным долбоебом ходишь по городу? Я дико в этом сомневаюсь. Я не могу так делать. Я не хочу так делать. Но я с вами хочу разговаривать, да? О многом интересном, есть куча вещей, о которых хотел бы поговорить. Я говорю, никак не могу прийти
к некоторым вещам, потому что у меня в голове 150 миллионов идей, и хочется подкасты делать, разные темы, то камеры хочется ставить, то не хочется, а не хочется бывать, потому что я там уставший выгляжу и думаю, ладно, нахера людям смотреть на то, как я устал, или там у меня фон не очень, да, потому что у меня там, не знаю, кружка не мытая, я думаю, нахера людям смотреть на немытую кружку, а с другой стороны, я потом думаю, да и пошло на все в жопу, если я такой. И если музыка моя такая, какая она есть, почему я должен прикидываться кем-то и другим внезапно на видео, то есть внезапно, потому что в любом случае, естественно, я там не буду снимать видео, там, как я принимаю ванну, блин, это идиотизм полнейший, да, но в целом видеоконтент это тоже отчасти какой-то творческий процесс, а творческий процесс для меня всегда нечто очень натуральное, искреннее, иначе я не вижу в этом никакого смысла, если, конечно, я не играю персонажа. Ну, я сейчас не играю персонажа, я не даю, мать его, буй. Пока что. Как персонаж это интересно, круто, но я пока к этому точно не пришел. Поэтому мне надоело постоянно размышлять о том, да как, чего. Я готов давать кучу, как по мне, крутых вещей людям, но я... Кому надо, блин, кому это будет интересно, он возьмет. Или она, или вы, или мы. Вот. Просто сегодня башка болит, и ну, я успел там и музыкой позаниматься, и немножко там писательством, и куча. Реально очень много всего. Я устаю из-за этого, но это приятная усталость, потому что я знаю, что результаты некоторые есть, да, которые я завершаю. И любовный альбом у нас очень тяжелый. Для меня он очень тяжелый, и только первая песня завершилась, я рад. Теперь я делаю вторую песню, и на Call Me Music обязательно запишу. Как это все происходит, естественно, то есть следующая песня. Я вокал еще не писал, только аранжировка есть такая худо-бедная, которая, в принципе, показывает что-то. Но мне нравится то, как потихонечку... движение есть, потому что в итоге получается, что я делаю 3-4 альбома параллельно где-то так, и это нормально для меня. Ну, именно для меня. Я раньше этого боялся, раньше концентрировался на одном, но у меня постоянно бывают разные настроения, я всегда ждал, например, неделю, 2-3, мол, не мог ничего делать, просто потому что настроение не то, и альбом, например, не писался. А теперь я, если один альбом у меня пишется, я пишу, если настроение меняется, я перехожу к альбому, который подходит под именно это настроение, и продолжаю работу там. У меня нет, честно говоря, я не в раздрае из-за этого, я прекрасно себя ощущаю в этом, потому что у меня реально разное настроение. Это нормально, я, блин, человек. Поэтому параллельно работа много ведется. Каким-то образом я не путаюсь, я прекрасно знаю, что я хочу выразить, и как спеть, и прочее, прочее. Просто я пытался одну песню петь с любого альбома в тот момент, когда настроение у меня было крайне такое агрессивно-деструктивное. И я пытался петь, а выходила полная жопа, потому что нужна была нежность какая-то определенная, а у меня ее не было, я орал. И в итоге я переключился на другой трек, и все получилось за один день. Ну что значит правильный подход, правильное настроение, да? Я все хочу тематические ролики делать, но как нихера пока у меня не получается тематические ролики, получается просто классический какой-то влог, болталка ни о чем или о чем-то. Все-таки, наверное, какое-то смысловое дно-то здесь в этом во всем есть. Вот, и мне дико не нравится дневной свет, потому что у меня нет нормального белого света, а при дневном свете я выгляжу как ублюдок, потому что дневной свет падает с одной стороны, мне приходится использовать дополнительный вот этот свет, который оранжевый. Он мне нравится, да, но нихера не подходит, естественно, с дневным, он не сочетается абсолютно, получается говно. Я вообще днем ничего не хочу писать никогда. Я вообще днем плох совершенно. Я отвратителен днем, я не хочу ничего делать. Максимум это лечь и смотреть кино, например. У меня кино я утром очень хорошо смотрю, гораздо лучше, чем вечером, например. Не знаю, в чем причина, наверное, потому что я как раз могу лежать, по крайней мере. Вот, но вечером, ночью лечь, просто тупо лечь и не делать ничего, и для меня это невероятно сложная хрень. Вот. Как-то не выходит.
Не могу я вечно быть позитивным, вечно не каким-то, не знаю, хер его знает. Я пытаюсь найти свою стилистику во всем этом. Я везде пытаюсь найти то, как мне нравится что-либо делать. Будь то писательство, будь то музыка, будь то клипы, неважно. Я все время пытаюсь найти то, как я люблю снимать фотографии. Не в похуй, что вообще абсолютно. Куча вопросов. По тому же мату, например, столько вопросов у меня было, а потом я решил, блин, да я не делаю ничего для детей, вообще ни одной вещи нет детской у меня. Я имею в виду, музыка настолько серьезная, если так посудить, настолько имеет много смыслов, что с какого хера я должен там себе, например, себя очень сильно контролировать в этом. Ибо я все время боюсь, что дети будут смотреть, и, ну, я человек я реально культурный в этом, да. Но, блин, когда дело касается эмоций и вообще контент, который я делаю. Какие дети-то? Дети лучше пусть смотрят диснеевские мультфильмы, чем меня. Это 100%, блин. Я задеваю табуретку, потому что у меня микрофон стоит на табуретке. У меня есть стойки, но это неудобно, я ставлю на табуретке. Я люблю табуретки, они универсальные, они отличные. Я их использовал даже на концерте, табуретки. Это круто. Было бы она еще чуть получше, или... Она не очень устойчивая. Может, у меня ламинат херово положен. Да хотя, вряд ли. Не знаю, в чем причина. Она дрожит иногда. Влогерство тоже. По факту творческий процесс. Я хочу найти свою стилистику. Это комфортно. Когда мне будет тоже комфортно это делать. Потому что мне не получается делать вот это вот. Йоу, ребята, что за твою мать, йоу, ребята, ну что я могу вам сказать, йоу, ребята, а хотите, я вам сегодня расскажу про геноцид армян? И это не шутка, например, да, потому что, например, для меня это тревожная тема, которая, например, меня задевает реально. И что я буду? Хаю-хай, сегодня поговорим о концлагере Аушвиц, да? Или Дахау, еее. Дахау. Заебись. И музыка под ложечкой такая веселая, прям шпарит. Вы понимаете, о чем я, конечно. Если, конечно, будет тематика такая, что я буду захочу рассказать про Петросяна, видеоряд должен подходить под... И музычка, думаю, можно подложить под Петросяна. Окей. Но те темы, которые я планировал брать, а у них уже написан огромный список. Может, он не огромный, но он список. Я правда не представляю, как я буду об этом говорить. Ну, и зачем так делаю, если у меня ни сценария, ни листков, ни телефонов в руках. Как я буду об этом говорить... при дневном свете, в позитивной атмосфере, яркой. Просто мне это в голову, мне это в голове меня не укладывается. У меня тема там заявлена очень большая по революции гражданской войне в России. Ну, серьезно, я хочу об этом поговорить, хочу это рассказать много чего, много того, чего я сам узнал, и показать книги. Показать журналы, которые считаю хорошими, выпуски, их можно скачать, можно купить, я не знаю. Я могу их читать вообще просто-напросто. Не суть важна, мне главное донести информацию, потому что я считаю это важным. Что должен быть в интернете нечто, где люди не только обсуждают, что они жрут, и не тестируют там новую доставку суши, или не просто там углумятся над фильмами, хотя это тоже хорошие влогеры, и никаких проблем, но должно быть что-то, то, что мне нравится, лично мне, а мне вот нравится говорить о серьезных вещах, а о несерьезных тоже нравится говорить, я крайне юмористический тоже человек, и с юмором у меня все в порядке, и не без этого, конечно, все. Но, блядь, иногда очень хочется поговорить о чем-то серьезном. Вот и все. Я закончил вас грузить, в общем-то. Короче, будем разговаривать о всяком. Обещаю. Вот, ну, пока вот так. Чувствую себя как из жопы немножечко. Но такое бывает. Мы все это чувствуем, мы все это испытываем, все через это проходим. Держитесь.